Многие считают, что работа археолога, она сезонная, все начинается летом. Сейчас в современном мире это не совсем так. Раскопки проходят и осенью, и иногда даже зимой. Но в целом, если брать традиционно, то это все-таки летний период, когда собираются экспедиции, выезжают на какие-либо исторические места, памятники археологии и изучают. После работы именно в зимний период начинается обработка материала, его рисовка, изучение и составление научных отчетов. Подготовка коллекции для передачи в музей. В данный период у нас сейчас идет обработка разведок. Это были такие небольшие 1-2-дневные экспедиции с целью выяснения там каких-то конкретных задач. То есть мы искали поселение рядом с курганными могильниками, собственно, находили там какую-то информацию, определяли территорию памятника, хронологию его и так далее. Сейчас идет очистка, собственно, материала, составление описей, шифрование всего этого дела. Этот год выдался весьма удачным. У нас была волонтерская экспедиция, подобралась очень хорошая команда людей, которые закрывали самые разные тылы, помогали и в научном плане, и организация, собственно, лагеря, питания, дров, всего-всего быта. В научном плане, если брать именно находки, то они были первое в своем роде, которое мы нашли на памятнике. Это железная фибула X века. Ее удалось реставрировать и законсервировать. И вот в процессе этой реставрации, очистки, удалось выяснить форму, как раз таки подсказала нам время изготовления ее, то есть такие фибулы бытовали в X веке.